компания вообще специализируется на реализации и изготовлении сложных и не очень повторимых вещей. В данном случае шкаф сделан по мотивам мебели 18 века, и вот эти вот декоры были сделаны изначально придворным резчиком Петра I Николом Пино. И в данном случае они украшают Петергофский дворец. Мы использовали его в современном шкафе. Основная специфика нашей работы – это изготовление каких-то уникальных и необычных предметов мебели. Мы не брали никакую западную технологию, все, что здесь представлено, это именно наша разработка, наша линейка, наши мастера. Основные наши клиенты являются частные заказчики, хотя 2 года назад мы участвовали в одном из московских конкурсов по изготовлению комплекта мебели для Петровского путевого дворца. И победили на этом конкурсе и изготовили больше 500 предметов для Петровского путевого дворца.